Героя нашей социальной акции «Дари добро» Толю Катцена пригласили на Первый канал. Истории мальчика с диагнозом ДЦП заинтересовали журналисты программы «Мужское-женское» с Александром Гордоном. Напомню, Толя открыл интернет-магазин, где продает вещи с рисунками, которые создавал сам. Таким образом, мальчик собирает деньги на реабилитацию после операции. Уже удалось выручить более 200 тысяч рублей. Об этом успехе мальчику предстоит рассказать на всю страну. Пока неизвестно, когда состоится эфир, но наш маленький герой и его родители готовы поделиться опытом. Хотят пригласить всю семью, то есть и сестру Толину тоже. Они их приглашают, несколько человек со всей страны. Вот именно таких же людей, больных, которые не опустили руки, которые что-то делают. Ну, там люди постарше, там и девочка, по-моему, лет 17 есть. И еще там кто-то, вот я всех героев не помню, которые вот он мне так вкратце перечислил. Вот именно люди, которые, скажем так, с ограниченными возможностями, особые люди, но которые вот не опускают руки.